Ты Мари? А? Чего? Ну, в общем, ничего особенного. Но... Да не томи. Выкладывай. Когда бьешь людей, делай это не так сильно. Если ты опять будешь глупить, буду бить тебя сколько захочу. Ну, тогда рассчитываю на тебя. Спасибо тебе за этот раз. Ты чё кота за хвост тянешь? Давай, пригласи ее уже на свидание. Ну, не заводись. Ина. Сай. Спасибо, красавица. Твоя доброта спасла меня. Красавица? Да ладно тебе. Я хочу тебя поблагодарить, если ты мне позволишь. Да-да-да-да-да-да. Ну тогда... Сходим на свидание. Ина, кто тут про неловкость говорил, а? Может, в следующий раз это... Ну да. Сходим куда-нибудь вместе? На свиданку? Что? Ты меня на свиданку решил позвать? А, типа того. Ясно. На свидание. Ты что ли против? Да не то чтобы... А? Что? Но будь готов. Свидание со мной может быть скучным. Ну что, у тебя план-то есть? Что? Типа план свидания. Да откуда? Идти на первое свидание без плана — это как сражаться с хвостатом без оружия. Шансов на успех не будет. А вам-то почем знать, мать вашу? Как это откуда? Уж у меня-то в этом опыта побольше будет. Сначала ты должен узнать, что ей нравится, а что нет. И все тщательно продумать. И еще надо 3 запасных плана. На случай, если будет жарко, пасмурно или пойдет дождь. Подготовь заранее темы для разговора. В своем арсенале должно быть по меньшей мере 100 разных историй. Хватит. Это еще большая морока, чем когда мы сражались с Генго.